Как сложился для вас, ну, скажем так, вот этот сотый матч в КХЛ? Ну, мы проиграли, да, к сожалению, в конце пропустили гол. Хорошо, что сотый матч, да, Салават, это хорошо. В завершении своих атак не хватило везения? I wouldn't say luck, you know, it's, but their goalie played good and, yeah, it's... Я бы сказал, что речь идет об удаче. У них вратарь хорошо играл, да. Но мы, в принципе, неплохо играли вплоть до 6 минут до конца, вот, когда 6 игроков допустили на площадке такое глупое нарушение. Следующий матч, юбилейная дата клуба, 55 лет. Уже как-то ощущается вот близость этого праздника? No, I didn't know, but it's... Я вообще-то не знал, но на самом деле это, да, большая дата для клуба. Интересно. Будет ли в связи с этим особый настрой у игроков? I don't know about the other players. I will play the game to win the game. Не знаю, но я буду играть на победу.